В этом году Одинцово стало главной площадкой областной акции «Лес Победы». Аллею в честь героев Великой Отечественной войны заложили в центре города. Сегодняшняя акция у нас посвящена не только Дню Победы, но и героям, которые среди нас, героям более поздних конфликтов, в частности военной разведки, ветеранам Афганистана, многие из которых сегодня тоже среди нас. В этом году мы делаем основной акцент именно на цветущие деревья и кустарники, которые мы саживаем в наших городах. Мы хотим, чтобы Московская область стала еще более зеленой, еще более яркой, еще более весенней. Более 18 тысяч человек вышли 11 мая в Одинцовском округе, чтобы не только отдать дань памяти, но и заложить основы экологического благополучия региона. Так как Одинцовский округ является центральной площадкой для этой акции Подмосковья, у нас подготовлено только в нашем округе 29 зон, и скверы, и парки, и центральные площади, где будет высажено 1128 деревьев, кустарников или саженцев. За 6 предыдущих лет в Подмосковье высажено 14 миллионов деревьев. Уникальность этой акции еще и в том, что в ней приняли участие не только герои Великой Отечественной войны, но и современной истории. Дань памяти живым ветеранам, которые сегодня присутствуют с нами здесь в строю. Дай Бог вам крепкого здоровья. Подольше радуйте нас своим присутствием. Ваш опыт, ваши знания, и глядя на вас, вы как символ, как живой символ победы, вы очень нам нужны. Ежегодно к акции присоединяются известные спортсмены, звезды эстрады. Они вдохновляют собственным примером жителей и призывают в том числе озеленять приусадебные и придомовые территории. Я первый раз принимаю в этой акции участие, но я считаю, что это очень важно, потому что, можно сказать, закладывается лес в честь героев для будущих поколений. Деревья вырастут, будут помнить наших ветеранов, и будут приходить и вспоминать что-то хорошее. В этой замечательной акции есть два, безусловно, компонента. Это память о сложных годах войны, это дань нашим предкам, которые воевали в Великую Отечественную войну, защищали Родину. Это, с одной стороны, то есть каждый праздник, каждый день памяти, это святое, это то, что мы должны делать. И, безусловно, второй компонент – это сажать деревья, растить зеленую защиту нашей страны. Это тоже замечательно совершенно. В этом году на центральной площади Одинцова посадили аллею сирени сорта «Великая Победа». Этот вид был создан селекционерами к 70-летию празднования 9 мая. На каждом кусте памятная табличка. Участники акции пообещали ухаживать за своими деревьями. Сейчас его запомню, где посадил, привяжу ленточку и буду приходить к нему постоянно. Акция «Лес Победы» несет сразу две благородные миссии – сохранить память о защитниках Родины и внести вклад в озеленение региона. Мария Шматкова, Евгений Голиков, телекомпания «Одинцово».